Ну и главное при бойце была капсула под смертный медальон, такая большая пластиковая, и в ней была самодельная бумажка, на которой боец записал информацию о себе, удалось ее прочитать, и были найдены его родственники, которые уже писали фотографии, внутри я не представлен. Нашли останки этого бойца в 2004 году. Сейчас мы к этому стенду вернемся. Один из бойцов, который удалось обнаружить и опознать, Сергей Яков Прянович, погиб в августе 1941 года под Кингисеппом, по документам числился как пропавший без вести за январь 1942 года. На бойце было обнаружено сразу два смертных медальона, то есть вот так вот выглядел штатный медальон. Также капсула и вот такая длинная вытянутая бумажка, на которой записывается вся важная информация о бойце. Многие бойцы считали, что это дурная примета, поэтому эти медальоны не заполняли. Кто-то попросту не умел писать, так же не мог нести данные о себе. Андрей, смотри, смотри, фонари какие переносные. Остатки пряжки, мундштук, пряжка от крючного ремня, пуговица. Смотри, как ты думаешь, целые? Это, походу, пулемет Дегтярева. Я такой находил целый, ну, в окопе нашел такой. В 2009 году. Ого! Лента пулеметная. Туалет, смотри какой. Андрей, ты там? Ну,